И у нас было следующее. Раз, два, три, четыре, пять. Затем мы подступали, подхватывали поднёжку, разгоняли здесь. Шесть и семь. И повторяли. Восемь и раз. Так можно повторять цикл. Здесь нужно на широкий шаг. 90 градусов широкий. Бум-бам. Или еще на 45 при желании, если хотите. Тогда чуть сильнее поднёжку раскинуть. Вот так получится. 90 плюс 45. 90 плюс 45. Для этого нужно чуть еще сильнее и эффективнее провернуть рамки партнерши. Но вот эта вот финальная подача от себя, чтобы партнерша в сайд-степ вышла, она во всех вариантах будет. Это первый вариант был. Ну, затем мы партнершу подхватываем, и дальше уже идем с ней, не остаемся. В динамике коротко. И раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь, восемь и раз, два. Это был первый вариант. Трипл-степ? Да, когда мы под партнершу подступаем и подхватываем. В этот момент ее подхватываем, начинаем проворачиваться вместе, затем останавливаемся, и финальный третий она раскроется. Второй вариант планировался таким. Синко. Вы партнершу вводите синко. И своим шагом дошагиваете. Для этого нужно загрузить правую ногу. Получается. Раз. Два, три, четыре и пять. Все, вот такой вот вариант. Четыре и пять вы подступаете за партнершу. Раз, два, три, четыре и пять. Для этого нужно прогрузить правую ногу. Из-за того, что если правую ногу вовремя не прогрузить, остаться на левой в этом раскрытии, то вы уже не успеете, там трипл-степ не получится по динамике, этот проходящую ногу вы не успеете дойти. И у нас образовался непланируемый третий вариант, синко-синко. Если вы остаетесь в левой ноге и идете не классику трипл-степ партнерши, а синко последний, то получается у вас синко-синко. Раз, два, три и четыре и пять. Синко-синко. И тогда вы четко эту ногу проходите. Вы остаетесь влево, да, и потом пам-пам проходите свой синко. И вот у вас выходит. Раз, два, три, и четыре, и пять, шесть, семь. Вот такой вариант. Вы спонтанно образовавшийся из-за того, что там вот в технике чуть не разобрались. Он жизненный, он классный, он не циклится, не продолжается. В принципе, можно партнершу дальше на синко раскрыть, если хотите. Но это не очень удобно для партнерши. Ну, можно. Раз. Два, три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Но здесь вам нужно оставаться в левой ноге, а из-за того, что вы ей помогаете, отправляете ее, вас кидать как минимум на середину, потом без возвращать, чтобы снова сделать свой синко. В общем, там есть нюансы. Продолжение сложно для партнерши и для партнера. Циклить эту штуку. Это третий вариант, который спонтанно образовался, только синко, синко. В принципе, прикольно. Четвертый вариант. Это классический, с которого стоило бы начать, который трипл-степом мы выводим партнерш. И у вас получается раз, два, три и четыре. И здесь у вас вот эти варианты продолжения из предыдущих. Если вы хотите трипл-степом к ней подойти, вы должны прогрузить правую ногу. То есть будет получаться раз, два, три и четыре. Вот так. И вы пройдете, у вас партнер будет вот такая штука. Раз, два, три и четыре. Мы это сейчас не успели сделать, четверть сделаем. Техника, когда я проворачиваюсь на ноге, я ее не переставляю, не подшагиваю никуда, не тэпаю ей. Я выжидаю момент и именно на ней проворачиваюсь, проходящий. Проходящий, проворачивающийся. Получается проходящий шаг и при этом одновременно проворот. Спин. И выходит раз, еще раз, два, три и четыре. Вот такая штука с партнершей. Это когда мы хотим с ней зафиналить, сделать трипл-степ с ней. Раз, два, три и четыре. У вас трипл-степ получается. Если вы остались стоять, вы останетесь здесь. И тогда вы можете продолжить, например, первым вариантом. Бум-бам-бам. Когда вы останетесь здесь. Когда вы подхватили, провернули, но сами вы тут остались. Это наш первый вариант. Например, вы начали классикой, начали классическим трипл-степом, а продолжили уже первым вариантом. И так далее. И таким образом вы можете, когда почувствуете, все между собой жонглировать ими. Начинать с одного, продолжать другим.